и сохранять, воспитывать, возгревать и приумножать в себе те добродетели, которые она, будучи слабой женщиной, смогла в себе не только воплотить, но и приумножить. И явить нам образец подражания и следования за Христом. Не случайно подвижников мы называем преподобными. Преподобный – это значит подобный Богу, похожий на Бога, подражающий Ему в Его жизни, в Его делах, в Его страданиях. И частица «пре», которую мы добавляем, означает множественность, то есть приумножение тех даров и подвигов, которые они совершали. Пусть Господь и нас укрепляет на этом пути через Свое Слово, через причастие святых Христовых тайн и через то умное взирание в свое сердце, которое мы должны с вами все соблюдать. Причастников поздравляю с принятием святых Христовых тайн. Ради вас Господь, ангелам вам всем хранителя. Спасибо. Хочу сегодня поблагодарить отца благочинного и отца настоятеля за приглашение прибыть сюда, в ваш престольный праздник, и совершить эту святую божественную литургию, разделить с вами молитвенную радость и прибыть в христианском общении. То, что является для нас самым главным, потому что через это, общаясь друг с другом, мы одновременно соединяемся с нашим Господом, который невидимо пребывает на этой духовной трапезе. И мы, находясь здесь, на этой трапезе, уже через это становимся участниками небесной трапезы, уготованной нам от начала веков. Пусть Господь каждому из нас подаст необходимое для нашего разума, для нашего сердца, для нашей жизни. Пусть наставит на истину, откроет нам то, что нам необходимо открыть, и скроет от нас то, что нужно скрыть, чтобы каждый из нас, шествуя неленостно путем спасения, наследовал Царствие Вечное. Сегодня, когда мы празднуем память преподобной матери нашей Параскевы, будем помнить всегда, что главное, что нас спасает и что является для нас стержнем нашего подвига, это наша воля, наше желание. И это главное. И никогда не нужно думать, что что-то нам мешает спасаться, кто-то нас отвлекает или что-то нас отвлекает. Ибо все это обман и самооправдание, которое приходит от льстеца века сего, от дьявола. Если у нас есть желание, то Господь всегда даст нам силы, помощь и возможность совершить те подвиги, те деяния, которые мы хотим совершить. Поэтому будем молить Господа, чтобы Он был к нам милостив, посылал нам всегда то, что мы сможем понести, и укреплял нас в том, что нас постигает. Ипакий, поздравляю вас всех с праздником. Передаю вам поздравления и благословения блаженнейшего митрополита Владимира, митрополита Киевской и всей Украины, который всегда с нами, всегда молится о нас, всех любит в свою паству и так же, как и мы, желает нам спасения. Всех вас благодарю еще раз. Благодарю братьев за сослужение, за евхаристическое общение. Пусть всех вас Господь хранит на ваших путях и подает силу и помощь в служении Богу и людям. Храни вас Господь на многое и благая вечность. Спасибо, Господи. Ваше Преосвященство, Ваше Высокопреподобие, Ваше Преподобие, дорогие Всечестные Отцы, братья и сестры, дозвольте всім щиросердечно подякувати за святі молитви, подякувати дійсно за це єднання у Христі. Дорогий Владико, дозвольте поблагодарити вас за возглавлену святую божественную літургію. Дуже радісно, що сьогодні серед всіх тих, хто молився в храмі, були і дітки, о которых вы никогда не забываете, которым вы особо помогаете, это дети из приемника-распределителя, из социального центра, из Копылова. Они насколько могли, находясь в непростых условиях, приняли участие в нашем сегодняшнем богослужении. Вы, Владыка, все делаете для того, чтобы мы ощущали то, что мы принадлежим к церкви, и церковь – это одна единая семья. Дозвольте вам, Ваше Пресвященство, від усього нашого вручения, вручити цей особливий святий образ, привезений з Екатеринбургу. Це ікони святих царствених страстотерпців. Вони являють нам образ того, якою може і повинна бути православна сім'я. І ви, Владика, все робите для того, щоб і благочиння наше жило однією єдиною сім'єю, разом з нашим благочинним отцем Кирилом, доводите це для цього. Ви робите це і в інших благочиннях, ви робите все для того, щоб і вікаріатство, вірене вам через священне начальство нашої Української Православної Церкви було однією єдиною сім'єю і відчувало свою належність до нашої великої сім'ї, Святої Соборної Апостольської Церкви Христової. Просимо, Господи, цей святий образ.
привезенный из Екатеринбурга нашего прихожанного. Дозвольте також подякувати широсердечно від імені всіх наших парафіян, від імені нашої громади, нашого благочинного отця Кирилу, настоятелю храму, святителя Миколая Чудотворця, батюшці, який багато трудиться, і так само, як і владика наш, все робить для того, щоб можна було не показним, але все ж таки власним прикладом доводити, як можна і потрібно служити Богу і Святій у церкві, і на чередній землі. Батюшка, просимо вас прийняти цей образ, він зроблений під старовини святителя Миколая Чудотворця, настоятеля храму святителя Миколая. Дякуємо за те, що ви стараєтеся так викладатися. І разом з владикою ви нам священнослужителям і морянам показуєте, як можна і потрібно трудитися, долаючи навіть різні перешкоди, можна віддавати себе повністю нашій матері Святій Церкві. І сполаєте деспота нашого Богосвященства.